Всем приветик! Сегодня у нас воскресенье, и мы отправились в библиотеку на очень интересную выставку. На выставку кукол. Их шьет одна тетя, она работает в библиотеке. Очень красиво, давайте с вами посмотрим, какую красоту она нашила. Посмотрите, вот, очень красивая. У нее еще много-много кукол всяких, но она только маленькую часть представила. Она обожает шить куколок. Мы были на открытии выставки, она рассказывала, как она каждую шьет, как она подбирает разные одежки, обувки. Видите, плещепочки маленькие висят у нее на шее. У этой куколки вот зонтик, шляпки, очки. Это очень интересно. Очень интересно шить куколок и смотреть еще интереснее. Посмотрите, какие они все милые, красивые. Такие вот старички. Сумочка, смотрите, какая классная. Мне так нравится. А вам? Надеюсь, вам тоже очень нравятся куколки. Представляю, сколько здесь работы на каждую куколку. Вот Адам и Ева. Ой, смотрите, какие смешные. Такие забавные. Мне нравятся. Такие. Ой, вот это какая красивая куколка. Вы, наверное, не знаете, кто это? И вот это мне нравится в розовом платьице. Дачники такие. В шляпке, в панамочке, с косичками. Вот, а дачник с ведерком. А вот это вот врачи. Такие классные. Это надо таких классных сшить. Вот это талант, правда? Ловкость, люк и никакого обмана. Талант у тети. А вот Гарри Поттер. Ха, похож, очень даже похож, правда? Вылитый. Очень красивая кукла. А вот это Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Очень похож, настоящий. А вот смотрите, кто такая. Вы все узнали. А это домовенок. Домовенок Кузька. А вот мышка какая симпатюлечка. А это хлюшка. Хлюшка такая розовенькая. И это кто? Лошадки. Это коровка. А вот тигренок красивый такой. Ой, какие же они все красивые. Мне так нравится. Я бы с ними со всеми хотела бы играть. Они не для игры. Они больше для сувениров, для подарочков. Тетя шьет и дарит их кому-то. Вот бы мне подарила. Я бы игралась. Ай, какие девочки хорошие. Ай, какие симпатичные домовята. Прелесть. Ребята, вам нравится? Жалко, что вы не можете в описании написать, нравится ли вам. Надеемся, что вам понравилось. Я получу большое удовольствие. Хорошо провел время. Пока-пока.